Здравствуйте! В эфире программа «Мастер-класс» и я ее ведущая Тамила Круглеева. Сегодня мы поговорим об очень популярной профессии, а точнее о профессии фотографа. Но прежде давайте разберемся. Многие считают, что может быть проще, чем стать фотографом, просто купить дорогой качественный фотоаппарат и снимать все подряд. На самом деле подобные рассуждения наивны, потому что, чтобы стать фотографом, во-первых, нужно научиться правильно выстраивать свет. Во-вторых, нужно правильно подбирать ракурс. Поверни немного лицо к свету. Отлично. Ну и, конечно, обработка фотографии играет немаловажную роль. А теперь поподробнее об этих трех составляющих. Подготовка к фотосессии – это достаточно трудоемкий процесс. Современные профессиональные цифровые камеры позволяют запечатлеть на снимке мельчайшие детали. А это значит, что станут заметными малейшие неровности кожи. Поэтому к вопросу макияжа стоит подходить очень серьезно. Конечно, всегда можно понадеяться на последующую обработку фотографии, но профессиональная обработка каждого снимка стоит достаточно дорого. В результате фотосессии обычно получается от 100 до 250 снимков, и среди них может оказаться очень много удачных. Чтобы не портить себе последующие впечатления и не впадать в дополнительные расходы на ретушь, лучше воспользоваться услугами профессионального визажиста. В конечном итоге это обернется экономией бюджета. Большое спасибо. Все очень красиво. Итак, у нас уже все готово для фотосессии. Сегодняшний мастер-класс по профессиональной фотографии проведет фотограф Валида. Валида, привет. Привет. Ты уже, наверное, придумала тематику нашей сегодняшней фотосессии. Ну да, самая актуальная тематика – это сейчас Новый год. Новогодняя фотосессия, и фотостудия у нас под Новый год оформлена. На самом деле, не сложно было, конечно, догадаться. Тут все мелькает новогодними огоньками. Я еще заметила, что у тебя несколько фотозон. Они сегодня все будут задействованы? Ну да, по возможности задействуем все. А еще перед съемкой, да, мы успели пообщаться перед съемкой. Ты сказала, что ты будешь использовать только естественный свет. А скажи, пожалуйста, чем естественный отличается от искусственного? Ну, мне естественный нравится тем, что он легко, мягко падает. И фотографии более такие, не знаю, светотеневой рисунок тоже рисуется очень так мягко и красиво. Не, при искусственном свете тоже можно добиться этого, но при дневном свете мне больше нравится. Ну, сложнее, наверное, при искусственном этого добиться, да? Ну, более жестче будет светотеневой рисунок, а мне нравится, когда он более такой плавный переход между светом и тенем. Потому что я сейчас обрабатываю, как бы именно вот обработка у меня связана с светом и тенью. Вот как бы объем, чтобы создать на картинке, на фотографии. И вот мне больше нравится естественный свет. И когда записываюсь на фотосессии, я, конечно, стараюсь, как бы, чтобы записались только время, чтобы вот свет из окна еще как бы падал. Ну, при сумерках уже, конечно, фотографии уже темные, уже не такие сочные. Уже приходится использовать импульсный свет. Валида, ну давай уже перейдем к нашему мастер-классу. А ты будешь фотографировать и по ходу давать мне советы, как начинающему фотографу. Вот, а потом уже попробую я. Приступим? Приступим. Фотограф – это яркая и неординарная личность, человек, который умеет передавать фотографии весь спектр эмоций. Людям этой профессии необходимо иметь острое зрение, богатую фантазию, развитое воображение и эстетический вкус. Так как работа фотографа предполагает общение с людьми, то такие качества, как коммуникабельность и терпение, просто необходимы для успешной карьеры. Было время, когда, ну, мне всегда нравилось фотографировать, нежели фотографироваться. Да, со школы, я помню. Ну, я даже не мечтала, да, что буду фотографом, даже не представляла. Ну, так получилось, по счастливой случайности я, как бы, пришла в эту профессию. И вот по сей день, как бы, я работаю. Это такой вопрос, да, я сама до сих пор не поняла, какие снимки больше нравятся людям. Иногда вот думаешь, да, какую фотографию выложить в Инстаграм. Была одна у меня фотография такая, которую думала, выложить или нет. Но я считала, что она не стоит, да, такого внимания, чтобы выложить в Инстаграм. Но думаю, ну ладно, выложу, да, пусть будет. И ты не поверишь, эта фотография больше всех лайков набрала. Благодаря этой фотографии у меня 1000 человек за день пришло. Поэтому не угадаешь, что нравится людям.
Это была такая обычная фотография. Наверное, все-таки больше людям нравятся не просто постановочные кадры, да, а вот кадры, где живые фотографии больше нравятся людям. Вот это я заметила. Ошибочно полагать, что каждый может стать профессиональным фотографом, окончив какое-то учебное заведение или курсы по этой специальности. Чтобы получить только лишь одну удачную и ценную фотографию, необходимо хорошо потрудиться. Здесь нужно иметь немало терпения, настойчивости, выдержки и упорства. Но помимо этих важных качеств не обойтись и без таланта. Валида, вот мне, как начинающему фотографу, дай пару советов, чтобы я знала, как к этому вообще подойти. Пару советов именно в настройке или как поставить? Вот именно модель. В настройке, скорее настройка, всего, потому что да. С фотоаппаратом, да, и не особо. Ну, тут могу два совета дать и по поводу настроек, и по поводу, как поставить модель, потому что от того, как падает свет, тоже очень много зависит от фотографии. Свет может изуродовать фотографии, также может сделать конфетку. То есть, первый совет, вот как поставить модель. Если ты снимаешь при дневном свете, при естественном свете, желательно модель поставить, смотреть, чего ты хочешь добиться. Если хочешь добиться светотеневого рисунка на лице, допустим, да, надо не прямо к свету, да, лицом поставить модель, а чуть полубоком, сбоку, от, что вот свет падал. Желательно, чтобы был один источник или два. На данном случае у меня два источника. Один как бы свет основной рисующий, а другой я поставила контровой свет, фонарь свой, чтобы чуть-чуть осветлить вот волосы, чтобы они были более живые, и локоны они как-то более выделяются, и объем еще появляется на волосах. Сейчас я сделаю кадр. Ну вот видишь, вот здесь светло, вот свет и тень. Да. Красивый рисунок. И при обработке ее можно вывести красивый. До совершенства. Да, и задний фон красивый. Этот вот второй вопрос по поводу настроек. В данном случае у нас здесь светло. То есть какие настройки в данном случае нужны нам? Ну вот, у меня ISO 200, выдержка 160. И если диафрагму, ты уже сама смотришь. Если ты хочешь размыть задний фон, надо поменьше поставить. Ну, я поставила в данном случае 1,6. Чем больше диафрагма, тем задний фон будет, как сказать, четче, да, вот как бы все видно, каждая деталь. А чем меньше диафрагма, тем задний фон будет размываться. И мне больше нравится, как задний фон размыт. Хочешь, попробуй? Давай. Вот. И главное, чтобы рука не дрожала. Да. Я обычно привыкла находиться по ту сторону от объектива камеры, но сегодня, Асиль, держись. Так, а мы начинаем, да? Что я вынесла из сегодняшнего мастер-класса? Одно из самых распространенных заблуждений. Кстати, я была сторонницей этой версии. Что для того, чтобы снять хорошую фотографию, обязательно нужен дорогой фотоаппарат. Это не так. Запомните раз и навсегда, фотографию делает фотограф. Камера всего лишь инструмент. Имея в руках самую навороченную камеру, как в моем случае, вы будете снимать те же самые не очень удачные кадры. Опусти немножко голову. Смотри, и еще один момент забыла тебе сказать, что надо фокус. Фокус на модель. Ага. А у тебя получается фокус на стене, модель мутная. Да, так получилось. Вот, да. Вот этот момент тоже давай. Поэтому не пытайтесь тратить последние деньги на новую, только появившуюся на рынке зеркалку. Новые модели цифровых камер меняются настолько быстро, что к тому времени, как вы поймете, как снимать, ваша топовая зеркалка, скорее всего, безнадежно устареет. Поэтому первый совет – начинайте с простой техники, изучая основы самой фотографии. Когда начнете понимать, чего вам точно не хватает, купите другую камеру, но точно понимая, что именно вы покупаете и зачем. А может быть, в процессе вы и поймете, что фото – это вовсе не ваше. Каждый человек должен себя сам найти в той сфере, в которой он хочет, да, вот работать. Потому что я считаю, что человек должен зарабатывать деньги не через «не хочу», а вот на любимой работе, чтобы работа приносила радость, удовлетворение, не только деньги. Ну, допустим, у меня на работе, да, вот только наступает понедельник, уже пятница.
суббота, воскресенье, они протекают там, если на съемках быстро, а если нет, то долго. Опять наступает понедельник, уже пятница. То есть у меня работа, на работе время летит. Я не успеваю. Я только приду утро, уже пора в садик за детками. То есть это говорит о том, что я люблю свою работу, и она мне приносит удовольствие. Ну и, конечно же, сферу фотографии сегодня невозможно себе представить без компьютерной обработки. В свое время компьютерная обработка фото считалась довольно спорной идеей. Возможности программ типа Photoshop использовались очень аккуратно, чтобы не получить в итоге обвинений в ненастоящей фотографии. Но теперь обработка является совершенно естественным процессом. А ты какой программой сейчас будешь пользоваться? Сначала Lightroom. Там света, цветокоррекции. Затем Photoshop. Там будет ретушь у нас. Так, для начала фотографии я буду обрабатывать в системе частотного разложения фото на две частоты, нижней и верхней. В общем, текстуру я при обработке в этой системе текстура кожи сохраняется, а все остальное лишнее убирается. А текстура будет такая же, какая и была. Вот. Сейчас это я покажу наглядно. Сейчас я буду работать с нижними частотами. Сейчас покажу. То есть я текстура, смотрите, текстура сохраняется, текстура никуда не девается. А вот лишние пятна я буду убирать. А вот такие более грубые, вот видишь, грубые. Это мы уберем в верхней частоте. Я когда обрабатываю, я всегда сравниваю. Все всегда познается в сравнении. Обязательно надо сравнивать до и после. Только тогда можно понять, как получается фото, куда мы идем, как в правильном ли направлении двигаемся. Вот видишь? Наш мастер-класс завершен. Валида, спасибо тебе большое. Я сегодня многому научилась. Надеюсь, эта передача была и полезна для наших телезрителей. И тебе спасибо большое за то, что обратилась ко мне. Мне так было приятно, когда ты мне позвонила, сказала, что будем снимать передачу. Честно, очень рада была. Дорогие друзья, это была программа «Мастер-класс». Смотрите телеканал ННТ. До новых встреч. Пока.